Ну тогда... Да, ну вот с краю вот здесь. Вот тут. Посади, посади, маленькая. Спокойно. Проходите туда, подальше, подальше. Подальше, подальше, подальше. Царю небесный, утешителю души истины, и жизнь сей, и вся исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди, исцелися в ней, и очисти мы от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя, не отними от нас разума, Господи. Прибудь с нами, научи нас пребывать в истине Твоей всегда. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры, хочу начать с организационных моментов. Сегодня опять звонил телефон. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Сон. Сон. О, я придумал. Молодец. Ну не умеем, если пользоваться. Ну не берите с собой тогда его. У кого звонил телефон, накажите себя. Придумайте себе наказание. Ну сколько можно говорить об этом? Сами себе придумайте. Потому что осознал грех, а потом должно быть как что? Достойный плод покаяния. Так или не так? Так. Хочу поделиться своими размышлениями о спасении души. Вот сидел я и думал о спасении своей души и сделал для себя, казалось бы, открытие. А потом, когда поразмыслил, оказалось, никакого открытия и нет. Всем нам известно, что не поп... слова Священного Писания, что не попросите с верой, да будет дано вам. Да. Да? Да. И вот помолились мы, и все.
Мы же с верой помолились. Но нам все должно быть дано. Сидим и ждем. И ничего не делаем. Открытие мое состоит в том, что, оказывается, делать нужно, чтобы получить-то. Кроме того, что ты попросил, с верою попросил. Делать нужно. А многие из нас не делают. А деланием что является? В том числе и да, вот это приношение дара, общение с ближними, батюшка. Ваше слово дающее. Спасибо. Так, следующий исповедь будет в субботу вечером. На этой неделе. Готовьтесь, то еще. И потом будет, по-видимому, только на Вербного уже приеду. Накануне Вербного. Потому что я там одну неделю буду. Там? Так, прошу ваших молитв. Я небольшую поездку. Я на исповедь поеду в Тюмень. Значит, сегодня я уезжаю. В субботу утром вернусь. Прошу молитву. Здесь, сказал, здесь. Здесь служба будет. Воскресенье будет здесь. В субботу вечером будет исповедь. Воскресенье причастие. Если живы будем здоровы, угодно будет Господу. Сейчас я еду причащать Александру Ивановну. Вчера посетила Валентину Фоменко и Анну Кузьминичну Ельникову. Так, ко мне какие вопросы? Батюшка, сообщение можно сделать и для вас, чтобы это было? Ну, я здесь пока, я и говорю, давайте. У кого есть какие сообщения, что, вопросы, давайте. Валентина с Артисом позвонила. Знаю. Они купили я вперед билеты. Вас узнал. Слава Богу. 26 июня они выезжают. Да. Это я знаю. 5 часов утра самолет уже здесь. Ну, встречайте. Да. А с кем она приедет? Жанна Исправникова, Франция. И Валентина Сартисова. Приедут они вместе. Они да, это так. Ну все тогда. Занимайтесь, благословляйте меня, я поехал. Я хотела только минутку сказать, что все больные те же, только Оля звонила с Оклакова. Она вот мама у нее больная, и она совсем что-то у нас больная стала. И болеет. Так что просила прямо молиться. Игорю Барабаш передашь, когда во вторник он приедет, а для него. У себя сохрани. Потому что я должен был забрать, но у меня не будет. Игорю Барабаш. Я как раз, пока батюшка не ушел, я маленько скажу. Вот приходит это пастор, это батюшкин, а ему за нее отвечать перед Богом. Вот молодые люди как-то все-таки приходят. Кончилась служба, в дверях останавливаю, тужурка в руке, побежали куда? А мне надо, никуда не надо, воскресный день. То есть эти люди для общины не существуют. Я пришел, минимум этот взял, меня отлучать от церкви нельзя, я побыл, все. То есть занятий никогда не бывает, на собрание они не знают, но дела общины не знают, ему ничего не надо. Ему разницы нет, теперь куда пойти. Просто обратить на это внимание надо. Я пытался уже, насколько тут Игорь может останавливать добылов, он даже не может их тормознуть. Они буквально в карьер сразу выскакивают на улицу и пошли. Они чуждые общины, эти люди. Они не нуждаются в общине. А раз не нуждаются, они ее и теряют. Я уже многократно говорил об этом. Дело-то не сдвигается. Из которой не причащается, из которой причащается тоже результат. Но это как раз к тому вопросу, о котором я начал говорить. Делания нету. Молитва есть, а делания нету. А делание в том и заключается, чтобы остаться, вот, принести дар богоугодный Богу, общение с братьями, сестрами, родными, близкими, от одной чаши причащающимися, одной кровью спасаемой, телом Иисуса Христа и кровью Его. Как можно этого не жаждать, как можно этого избегать, и как можно искать какие-то пути, чтобы пойти куда-то в другое место? Как можно не прийти на службу вечером? В субботу. Это уже начало литургии. Вот есть вот этот момент, да? Что помолился и успокоился, и дальше ничего не делаем. Я попросил, мне должно быть дано все, потому что я с верой попросил. Это один, так сказать, тип отношения к молитве и к деланию. А второй момент, когда начинает человек свои мысли выдавать за божественные.
Он помолился, а потом начинает мыслить, потому что священное писание в руках мало держит, если держит вообще. На занятиях не остается. И уже тогда нет страха перед тем, что Слово Божие как-то по-своему трактуется, по-своему произносится. А вот там так сказано, а вовсе там не так и сказано даже. А смысла понимания сказанного, смысла написанного даже и давно уже забыто этот смысл. Потому что не изучаем Слово Божие в толковании святых отцов. И тогда кажется, что я говорю, да я говорю правильно, потому что я говорю божественными словами. А когда ты нанизываешь как цепочку стихи из Священного Писания, из Ветхого и Нового Завета к своим размышлениям. Я все время вспоминаю фильм «17 мгновений весны», когда был разговор пастора Шлага со своим собеседником. Когда они переговаривались, меня это так поразило. Еще тогда я не был так верующим человеком. Я был всегда верующим человеком, но настолько вот как пришел я, в общем, не был таким верующим. Меня это фрапировало, поразило просто. Люди разговаривают между собой и понимают друг друга, произносят слова Священного Писания. Вот только в этом случае наши молитвы могут быть услышаны, когда мы размышляем в ключе Священного Писания, когда мы не только молимся, но и делаем. Когда мы из лодки своей дырявой вычерпываем воду и ждем помощи от Бога, и Господь непременно ее пошлет, помощь и исцеление. Вот мои размышления о спасении души моей. Таковы ваши размышления или нет, но я вот изложил свои. Простите, если чем огорчил. Это первое. Да, Игнат Тихонович. Я получил в подарок книгу, в прошлый раз говорил, от старообрядческого митрополита Корнилия, 100 его проповедей. Я вам посылал книги, он очень высоко отозвался, и потом попросил дать рецензию на его книги. Потом просили эту книгу у меня читать, она вчера вернулась. Так, даже вот последний брали, но брали старообрядца-то. И вот ответ. «Спаси Христос, книга хорошая, достойна внимания и пользы для души». Я подтверждаю, это именно так. Необычность в том, что он делает ссылки, кроме Священного Писания. Ну, Священное Писание я ему сказал, он говорит, я учту в следующий раз. Там даже глава от стиха через запятую. На русском языке должно быть все. Кто хотел бы почитать эту книгу, поднимите руки. Почитать. Конечно, отнестись к ней крайне благоговейно, нигде не попортить. Я как даю вот запечатанную в целлофановом мешочке, так и вернуть ее. Так, я посмотрю, сколько человек, не опускайте руку. Повторяю, это Белокреницкой иерархии митрополит Корнилий. 100 проповедей. У них 100 лет одна книга такая выходит. На темы церковные. Так, хорошо. Я передаю брату Севастьяну. Следующий себя помните, кто поднимал руку? За ним очередь занимайте. Одновременно всем. Так, книги нигде не подчеркивать. Через бумажку служебную к ней прикасаться, чтобы не осталось отпечатка никакого. Нигде страницы не загибать. Так, пожалуйста. Так, хотелось сказать немного об этом деле. Я ему написал митрополиту, как он говорил. И в конце я говорю, у меня одна просьба. У нас есть старообрядцы в Потеряевке, которые ходили на богослужение. Их никто не перетягивает, мы их признаем людьми церковными. Но они же сидят, ничем не занимаются в это время. А в храме они приходят молятся. Им запретили под страхом отлучения от причастия. Это и есть. Почему еретики? Мы не коньяне, еретики сами занесли в еретики. А что еретики? Верую. Считается у нас со словом Духа Святаго Господа истина. То есть ничего нет. Там больше половины молятся двуперстно. Но раз еретики, это общее. Это очень здорово для человека. Ничего нигде не надо делать. Все еретики, я святой. Я ему написал, что разрешите им официально приходить молиться. Они так и остаются старообрядцами. Мне сказали, никогда. Я спросил старообрядцев, вы согласны? Да. А они запуганы, ужас какой. Если обед, на обеде можно, на концерте можно, а в церкви нельзя. Что тут непонятно-то? И спрашивается от старообрядцев за это время, сколько ушло, как мы знаем, за 20 лет? Да я могу сказать, почти наверняка, в мир там уйдет. Но никогда он не пойдет в православную церковь патриарша. Никогда. Почему? Ему день и ночь долбят еретики, еретики, еретики. И поэтому он пойдет куда угодно.
Что угодно будут защищать, это патриоты. У нас другая ситуация. На нас, как говорят, о, это тоталитарная секта. Во-первых, секта не имеет священства, а тоталитарная, нет передвижения, свободы пользоваться временем, деньгами, ну все остальное. Больше свободы, чем у нас, я вообще не встречал в мировой практике, нигде. Ни у православных, ни у сектантов. Вот у нас кончилась служба, люди могут пойти к баптистам. Ну не один сколько, у нас отходили к адвентистам. Можешь и к мусульманам пойти, приглашать их. И мы говорим, Московская Патриархия благодатная. И благодаря Московской Патриархии благодатная. Три слова. И через это мы потеряли, может быть, человек 70 уже. А почему? Он начинает нарушать что-то. У нас каноны действуют, а там экономия. То есть они не накладывают эпитемию. Ну, я пойду в Патриархию. А туда переходить нельзя. Почему нельзя? Потому что ты можешь заходить, но не переходить. Порог открытый, дверь открыта, заходи, выходи, никто никого не знает. Никто. Я спрашивал не о том, а что уже, кажется, в глаза бросается, венчаются. Священника сколько было венчаний? Епархия 502. Точно до одного. А сколько неразведенных-то? Не знаю. Сегодня статистика говорит 100%. Я в это не верю, но где-то, видимо, рядом. Молодые, когда старые еще держатся, там как-то цепляются за что-то. То есть брак полностью разрушен. А почему? Сексуальная революция. Греха никакого нет. Что в школе валеология? Вот общий результат, который пришел. Вот это же самое теперь к тому, что мы говорим там благодатно. Если по совести, я бы должен сказать, патриархия – это яма Куприна. Блудный дом. Потому что никаких правил нет, ни канонов, ничего. Крестить как попало, все как попало делается. И признаете благодать? Да, на том и стою. А почему? Я там тружусь. За 53 года ни одного человека, ни одного, не послали никуда, кроме как в Московскую Патриархию. Это что-то говорит? И вот у нас, которые люди, они ушли-то только благодаря тому, что мы в эти слова говорили. Старообрядец ни один никуда не ушел. Вот сейчас в интернете появилось, там сидит священник, длинные такие столы, и они поют. Ну здорово поют. Просто прекрасно поют. Голубица моя, голубица. Вот посмотрите, батюшка посмотрел вчера, да это на Украине. Я за ночь разузнал, где Хмельницкая, это область, Украина, действительно так. Это поет отец Александр. В прошлом году он, говорит, отошел в вечность, в возрасте где-то 43 года, болел тяжкой болезнью. Но поют они здорово. А я мысленно прикидываю, я оказался у них в общине. Вот поют одно, поют другое, только песнопение выставлено, больше ничего нету. У нас выставляются занятия с детьми, миссионерская поездка, благовестие, там ничего нигде нету. Это как румынские цыгане, они обратились, и только одно пение, голоса хорошие, цыгане. Это природные певцы. Как они играют на инструментах, бьют барабаны. Но попробуй вынеси Слово Божие в истине, там ни одного не останется. И посмотрите наши, которые ролики на видеоканале выставляем-то, что... Если беседую, допустим, Смирнов с кем-то, так, слушаю, так, ну да, ну хорошо, да можно это развестись, можно развенивенщины, все, весь ответ, следующий опять. У нас не так, он выходит в скайпе, и мы друг друга видим, разговариваем, и говорим около часа. Самое сокровенное, самое болезненное. Они все вместе не стоят одной нашей беседы, это люди говорят, не свои слова говорю. Это я все беру от митрополита Корнилия. А мог бы он разрешить? Теоретически, да, практически нет. Его сразу уберут. Даже митрополита сметут, духа не будет. Да, это до него был Адриан, очень расположенный, точно так же. И стал ближе норму подходить где-то. Сразу его нету. Его нету, как и у иудеев. Это язычники, знать нельзя. И первосвященник разговаривает с прокуратором. И подошел, говорится, на 2,5 метра подходить. Он подошел на 1,5. И тот говорил, у него слюна изо рта вылетела и упала на одежду первосвященнику. В этот же день его раздели и 40 без одного удара патриарху, там уж его папе. Припечатали, полечили его опять на место. В следующий раз знай, где быть. У нас-то этого нету. У нас могут к буддистам пойти, к мусульманам пойти с тем, чтобы донести Слово Божие. Миссионер пропитывается той обстановкой, и к нему общие нормы нельзя приводить. Иногда терминологии их пользуются. Андрей Кураев об этом говорит. Поэтому, если я привожу много мест Писания, это означает, я работаю с теми, кто признает Писание. Если я привожу каноны, там, где они есть, это каноны. Сегодня люди-то этого не понимают.
И митрополит ответил отказом. Отказом. А что тогда делать старообрядцам? Ничего, я им посчитал за год, сколько они пропустили богослужений. Речь идет о сотнях. И вы нигде не были. Почему дома не собираетесь? И дома-то этого не собираются. Два дома, они вместе не собираются молиться. Значит, не в этом дело. Вот сегодня выходим, ну кто, конкретно Илюша. Устинов, вот я говорю, это уже последняя ступень, чтобы вывалиться. Илюша, останься тут. Я уже был здесь. Ну, сейчас у нас будет собрание. Еще надо, я был уже. То есть у него уже зациклено, его уже не затащишь. То есть у него полное отторжение от общества. Она ему не нужна. Зачем тогда приходить сюда? То, что ты батюшку-то знаешь и крещен здесь, да тебе это не надо. Живешь в общежитии, правила не исполняются, молитвы нет, частного дома не ищете, а я бесплатно квартиру даю. Они не пойдут никогда сюда. Вы маленько откройте глаза и посмотрите, причина-то какая. Но на нашей общине, как на селке, все это проявляется. Какие они? Они будут ходить 100 лет там патриархии, никогда не узнают, кто они. Их никто не тронет. А вот останься на занятия. Я некоторых, которые не ходят в субботу. Это не в Потеряевке. Почему не бывает вас в субботу? Ну напишите или скажите, помогите, не можем избавиться. Тут нету. Ну кто-то далеко живет, там занесло дорогу, не выйдешь. Это все понятно. Но это уже вошло в норму. На последней липочке не удержишься. Ты думаешь, что нормально все. Ты уже не то что отстал, ты скрылся уже в туманном горизонте. Сколько здесь... Всего разбирается. Вот сейчас сказали, приезжают одновременно с Германии, с Франции, гости, крещение принимать будут. Тебе это все равно, ты быстро раз себе раз, и теперь об этом я буду молиться. А что еще за этим? Я сказал, за пением опасность неодухотворенности. Та же, как и за музыкой. Это все должно быть в норме и привести к спасению. Я сегодня детям об этом говорил. Это талант, но талант на небе другой нужен будет. Накормил, напоил, навестил. Если это не стоит на первом месте, никакие другие таланты на суде оправданием не будут. Там только гусли играют. И Бог сделает, чтобы все будут играть до одного. Даже глухой я заиграю там. Дай Бог там быть. Вот о чем я вам сказал, вы... У людей-то уж они не знают. У Сергея Козлова камень 2 сантиметра. Не из почек, а из печени пошел. И пишет, завис между небом и землей, 3 дня его нету, где помолиться. Эти люди уж они не знают ни одной нужды. Я утром стою, у меня как поликлиника. У меня всю ночь резь была в верхнем животе. И вот такая боль была, и что? Я говорю, это не ко мне, не по адресу. Это нет, помолитесь. Открываю второе. Второе то же самое. Это за ночь люди обращаются не к врачу. Они понимают, что на расстоянии действует не пенициллин. Эти люди уж которые они никогда ни от кого не получат просьбы. Они не нужны. Просто они себя еще тешат, родители говорят, ну ты приходи еще где-то. То есть усильте молитву о тех, которые балансируют на перилах корабля. Во время шторма они не устоят, там ничего не будет. Там и печать антихриста, и чипы, все один день приклеится. Вот это обрядоверие, что люди приходят у нас и не остаются, это обрядоверие. Оно ни к чему не приведет, кроме как к страшному разочарованию. А почему я не спасен? Да потому что ты никогда не хотел знать волю Божию. Люди научаются друг от друга. Как в одной церкви диакон со священником распорили. О чем спорить-то? О службе. И что-то не так. Диакон говорит, нет, вот так, священник, что ты меня учишь-то? Я священник, а ты кто? Ну, а священник видел ангела, который приходил и помогал в алтаре. Он говорит, я в следующий раз спрошу. И когда увидел ангела, поклонился и говорит, прости меня, ну скажи, вот с диаконом уже сколько спорим. Диакон говорит, вот пропускаешь, надо... Сейчас некоторые оглашенные из идите упускают. Кто прав-то? Ангел даже не задумываясь ответил. Конечно, говорит диакон. А почему ты тогда стоишь, прислужишь? А я не тебе прислуживаю, я Богу службу несу. А люди научаются друг от друга. Вот что он упал, прости. Сколько лет я диакону противоречил? Люди научаются друг от друга. Ушедшие они не научаются. Это мирская обстановка. Я вас заряжаю не на один день тем, что говорю сейчас. Вот они ушли, а ты их запиши по именам. Мне приходится иногда сотни имен запоминать, чтобы помолиться, которые люди просят. А теперь говорю о всех, с кем по интернету познакомились. Во славу Божию. Отошел. Спаси Христос. Среди прочих, среди упомянутых и сына моего, помяните тоже. О нем тоже речь.
Можно по этому случаю сказать? Да, я сейчас немножко поговорил с ним, с Ильей. Он, ну, отвечает уже на грани дерзости просто. Все знает. У них свое мнение. Вы не думайте, что они просто уходят. Я говорю, ты сейчас куда пошел? Да никуда. Он знает все это. Ну, говорит, ваши новости слушать мне неинтересно. Я говорю, уже слышал. Говорю, какие там новости? Там о душе говорится. Да я полезное для души получил на службе. Или, говорит, вы считаете, что на службе я ничего полезного не получу? Я говорю, ну, да, допустим, ты получишь полезное. А кто тебе сказал, что это будет спасительное, если ты до старости простоишь на службе и никогда не будешь общаться с верующими? Кто тебе это сказал? Ты сам придумал или где это? Ты когда последний раз читал послание? Я читал апостолов. Я вчера читал. Я говорю, ну и что ты читал? Не помню. Я говорю, а 1 Иоанна послание ты читал? Чем ты спасаешься? Кем? Кровью Иисуса Христа. Как вот написано, очищает нас от всякого греха. Но впереди-то стоит самое важное. Если будете иметь общение друг с другом, тогда, написано, кровь Иисуса Христа, тогда, там двоеточие на этом месте сейчас стоит у нас, не до конца. Но впереди еще во свете. Да, еще и во свете нужно ходить. Еще нужно ходить во свете, иметь общение. И тогда кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. А теперь дальше возьмите ту проповедь, которую сегодня нам Иоанн Златоуст предоставил. И последние слова, что да, конечно, кровь и плоть Христова, она дает тебе жизнь вечную. Но если ты с чистой совестью, представьте, что такое чистая совесть, но если ты имя Господне ешь и пьешь в осуждение себе, если неправильно не подходишь с именем Господним к чаше. А что для этого надо? Как этому научиться? Как не у тех, кто впереди тебя идут? Я говорю, посмотри, батюшка Игнат Тихонович, я говорю, они что, ничего не знают, что ли? Они последние в твоем списке, я так понимаю, духовных учителей. Старец тебе говорит, оставайся. А ты для чего? Я говорю, ты бык, говорю, уперся рогами вот так вот. Ему туда куда-то хочешь. Тебя спасают, а ты еще ребенок, тебя спасать надо. А я знаю все, все у меня свое мнение. Я сейчас вам скажу, я не стал туда слушать, простите, некогда было, потому что я вижу, Игнат Тихонович говорит что-то. Говорю, пойдем, говорю, вот как раз Игнат Тихонович говорит, сейчас ты узнаешь все. Нет, а вы мне что, запрещаете говорить? Я говорю, говори сколько хочешь, говорю. Вот пойдем сейчас, всем расскажешь, что ты мне одному будешь говорить. Но не стал говорить, ушел. Он здесь сидит, он не ушел. Не ушел? Так пускай скажет, идет сюда. Иди сюда, Илья, расскажи для всех. Что ты о нас имеешь сказать? Давай, будь смелым. Ты уже взрослый муж, умудренный опытом. Вы уже царствуете, а мы еще рядом с царством. Так научите нас премудрости. Спасибо, Христос, брат. Слава, к сожалению, Христу. К великому сожалению, это же можно слышать не только от молодых. Потому что уже неоднократно слышали мы. Опять одно и то же. Уже надоело. А что одно и то же-то? Да одно и то же. Мы собираемся для того, чтобы думать о спасении души своей, помогать друг другу. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, вот когда во имя Господа мы собираемся, рассуждаем, приводим не свои слова, а слова Священного Писания, нанизываем их, как на бусинки на ниточку. Вот тогда по этим ступенькам мы восходим к спасению своей души. Тогда мы пребываем в Духе Святом. А иначе зачем тогда все? Тогда профанация просто, тогда лицемерие одно. Слова святого апостола добавить. Нам апостол Павел говорит, что нам не безызвестны умыслы сатаны. Нам эти умыслы сатаны известны тогда, когда мы пребываем в Слове Господнем. Вот только тогда, когда мы пребываем в Духе, истине, и тогда нам небезызвестны умыслы. Тогда мы не своемудрием, не своими мыслями питаемся, а Божьими мыслями.
Я хотел еще добавить к тому, что, ну, как бы все уже, все поняли, о чем было сказано. Дальше-то для чего все это делается? Почему вообще существует наша община? Она существует потому, что мы взяли за ее основу делание. Не просто созерцание, как Григорий Палама. Он созерцал, много созерцал. Но он предложил еще и упоумную молитву. И монахи этим продержались до сего времени еще. Вот как. Что такое упоумная молитва? Это имя Господа Иисуса Христа из разума своего опускать через сердце и в самую душу. А душа находится где-то в районе пупка. Получалось как бы так. И называлась упоумная молитва. Но это тоже делание своеобразное. Мы же опускаемся не совсем до пупка, а еще самое важное. Блаженны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Господь не сказал блаженен пуп, сказал блаженны ноги. И вот эти ноги, они должны ходить. И семя сеятель сеет. Христос оставил все это апостолам. А апостолы, ученики его, передавали другим. И кому другим? Всем. Златоуст говорит, вы понимаете, сколько труда на мне, если я буду каждого из вас доносить, подходить. Вы-то будьте мне помощниками. И женщина говорит, тоже может учить. Ну, выйдите из храма, идите, учите, начинайте. Тоже будете учителями. Несите слово это Божье. А кто его понесет, это слово? Так, с такими мыслями, которые я сейчас услышал у этого молодого человека, ему до этих блаженных ног не дожить и до старости. У него борода, он будет наступать на нее пятками, и все равно он не пойдет нести слово Божье. Потому что своеобразный разум у таких людей. Это, я считаю, революция в духовном делании. Поэтому мы сейчас не видим, где эта коринфская община, которую апостол Павел пишет. Умылась. Где там Филадельфийская? То же самое. Так их никогда и не будет. Последователей-то нету. Никто не пошел дальше нести семя Божье. И мы вот взялись тут нести несколько человек. И стараются распространять это семя где-то. Ну там смеются над нами, говорят там, неправильно там это вы делаете и так далее. А мы Евангелие берем и распространяем. Сотню раздали, вторую, тысячу раздали, 60 тысяч раздали. И дальше даст Бог сил будем, и пока мы будем нести Слово Божье, пока мы будем это делание делать, Господь будет и презирать на нас. Почему? Все три ступеньки мы прошли. Разум, сердце, руки. Ну, ноги, это и есть делание. А дальше никак, по-другому не может быть. Не можно просто отстоять в разуме, имея только одно созерцание божественное, и ничего не делать для других. Но постоянно говорится, живите для других, мир несите другим, мир, 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 Господь говорит, мир другим несите, мой мир несите. И кто его понесет как? Ну, молодежь. Это революция написана, восстанут дети на родителей и умертвят их. Я понимаю, это не только в плане, вот как у нас была Октябрьская революция среди мирского населения, но и в духовном плане дети начинают восставать на родителей, начинают какие-то свои умозаключения, и как в собачьем сердце. Да вы, говорит, стоите еще на пути только человеческого развития, на первой ступеньке вы должны только слушать и молчать. Молчать и слушать, набираться опыта. Как у нас было, когда у нас с нами молодежь ходила на благовестие, и вот они рядом учатся, все. Ну, правда, никто не остался, опять же. Вот у нас на занятие попал молодой человек. У меня на дому занятие. И вдруг Игнатий Ильич звонит, 24 года, из крутихи парень. Какими-то образами через кого-то, непонятно, попросился на занятие, пришел. Худенький, небольшой такой, молодой, похож очень на Ваню Дробота вообще внешне. И даже как-то разговаривает так же, чуть подмямливает. Все работает. Был у баптистов, знает ваша супруга тоже проповеди. Потом был сейчас в Свято-Никольском храме, там уже 4 месяца. Постоянно ходит на занятия. Мы проходим 5 главу от Матфея. Начинаем говорить, он ничего не понимает. А вот поясните еще, поясните еще. Я говорю, ты Евангелие читал вообще хоть раз, Новый Завет? Он так сказал, я, как сказал, читал Новый Завет, но
но Ветхий Завет не дочитал, а Евангелие я еще не начинал. То есть, что сказал? Я, ну, так он сказал, но мы так и не поняли. Я говорю, ты понимаешь, пятая глава – это 15-я страница. Вот просто брать любую книжку любого формата – 15-я. То есть, он был у баптистов человек, был у этих православных, и никто его там даже не попытался научить читать Слово Божье, чтобы он его полюбил. А он уже такой ревностный, уже готов за Христа умирать. Ну вот коснулась его бороды, он же бритый. Нет, нет, мне никак нельзя. Работу потеряю, есть нечего. Все, сразу все упало в живот. Я говорю, на словах-то все мы можем очень многое. А когда доходит до исполнения заповедей, вот тут вся молодежь и задрожала подбородком бритым. Ничего не осталось. Вот где настоящие эти животные, на которых ругаются, козлы-то получаются. Не с бородами, а безбородые. Левой стороны стоят козлищи. И я спасусь. Я спасусь. Это свое учение изобретено уже у человека. Да даже старообрядцы так не мыслят. У них там споры идут. У старообрядцев. Там у меня знакомый есть, и он меня спрашивает. А как ты считаешь, Ветхий Завет надо нам или нужен нам или не нужен? Я говорю, ничего себе, это что у вас там? А у нас, говорит, там ревнители, говорит, есть Нового Завета. И говорят, Ветхий Завет вообще надо убрать. Зачем он нужен? Только новый. Вот у старообрядцев-то тоже духовные какие-то там подвижки идут. И я ему места писания начинаю, толкование Златоуста. Он, во-во, это надо мне тоже, это надо. Сейчас выйду на компьютер все это, чтобы им там отвечать как нужно. Учимся, Игнат Тихонович уже это сказал. Ну, и по большей части уж будем говорить так. Ну вот, духовный наш наставник сидит. Вот батюшка здесь тоже, недалеко. Батюшка в священном делании. Тут мы знаем, уже не лезем туда вообще. Игнатий Тихонович уже дока в светоотеческой патристике. Не говоря уже о толкованиях. Как он нам показал, указал на Феофилакта Болгарского. А сейчас начни разговаривать только с этими новопросветленными мужами богомысленными. Так они вообще толкование не знают, какое открыть. А то еще откроют и не дочитают, как это 100 раз было. Да там этого нету, это вы там себе наподчеркивали. Потом открывают. А у нас тут маленькими буковками это. А у вас-то большими. Вот поэтому мы и не заметили. Так это у вас сердце не расширилось. Вы никого не хотите видеть. И не увидите даже себя. А Господь говорит, только я тебе чужое доверят, если ты свое взрастишь. Аллилуйя. Прошу помолиться еще об одном человеке, о душе. Зовут его Юрий, то есть Георгий, наверное, правильнее говорить, да, в молитве? Да. Человек этот, стоматолог, ортопед, очень высокой квалификации, достаточно молодой человек, у которого я был вот недавно по своим вопросам в полости рта. Вот. Оказалось, что он племянник Георгия Титова. Он назвал себя верующим человеком. Ну и из предыдущих общений тоже видно было, и он заявлял о том, что он верующий. И тут он мне рассказывает, как он общается с Богом. Он, значит, говорит, что вот была свадьба у его брата, и очень жарко было, все душно, утомились, и говорят, ну ты верующий, ну ты попроси, пусть даст нам дождя-то. Он вытаскивает телефон, набирает любой телефон и говорит, небесная канцелярия, вот нам бы дождя, вот, ну, минут на 15, чтобы прохладно стало, и, ну, не больше. Понимаете? И вот он попросил, более того, все так, как он просил, совершилось. Среди ясного неба появились тучи, пошел дождь, гроза. Прошло некоторое время, буквально короткое время, опять все стало, как было прежде. Меня вот так вот в дрожь просто бросило, сидя в кресле, у него там рот у меня забит, он с ним много не наговоришь. Но потом, когда я освободился, на следующий раз я пришел к нему и говорю, я был просто поражен вашим рассказом о том, как вы общаетесь с Богом, что страха Господня нет совершенно, как можно? А вы знаете, я думаю, что Бог не хочет, чтобы мы его боялись. Он любит всех, и мы должны любить его. Вот любвисты такие, да?
Вот. А потом речь зашла о Библии, и говорит, да, Библию написали человеки, я ему тут про Ивана Панина, естественно, про математически доказанное, что это слово богодухновенное. Но, говорю, прежде всего нужно верою, то есть вот всем сердцем поверить изначально, а потом уже прилагать эти все цифровые заключения, эти математические заключения. Ну вот, оказалось так, что он мне потом сказал, что у него дядя священник, я говорю, а кто он, где он служит? А он служит, он зарубежной церкви. Я говорю, да что вы, зарубежной, я что-то не знаю здесь в Барнауле, кроме нашей общины, ну я не назвал общину свою, я говорю... А где это? Ну, это было в научном городке, а потом они сейчас вроде на Малаховой, где-то там на Эмилия Алексеевича перекрестили. Да, да, на Эмилия Алексеевича. Да, ну вот он так сказал. Да вот там этот Максим, который был, он выгнал его из дома, который был построен на благотворительные, так сказать, сборы. И вообще вот там, как можно ходить в эти храмы, потому что там вот и вот у храмов уже на улице стоят у ворот эти... поборники, эти нищие так называемые, как он сказал, потому что их специально развозят, и у каждого такса в 6 тысяч собрать в день. Ну, одним словом, вот так вот, пообщались мы с ним, и еще предстоит мне общение с ним, может быть, и позже. Так что помолитесь о его душе, потому что вот такая душа, она очень, руки просто золотые, он грамотный специалист, но называет себя верующим, вот такая вот вера у него. Зовут его Георгий. Это первое. Второе, хочу еще раз попросить ваших молитв о братья Сергея, которые в Воронеже. Представьте себе, вот когда у вас, руки, ноги работают, когда вы можете как-то сопротивляться боли, которая происходит в вас. А вот представьте, вас связали, вы ни рукой, ни ногой не можете шевельнуть ни малейшим пальчиком, и у вас страшнейшие боли. Это многократно увеличивается ощущение этой боли. Вот возьмите хотя бы частичку на себя этой боли, воздавите к Богу, чтобы Господь ему ослабил эти боли, потому что уж столько он страдает, 12 лет уже прикованный к постели. Мы молим. И я собираюсь поехать туда, уже давно, 2 недели с ним не общаюсь, и за это время, вот буквально сегодня только узнал об этом, что у него там идет камень из желчного пузыря, пожалуйста, водящим путям. Как это ужасные боли, страшные. И я собираюсь туда поехать, не знаю, как получится, но если угодно Богу, чтобы как-то хоть чем-то помочь ему, чтобы не навредить, главное. Чтобы это было желание его, чтобы это было по его желанию, по желанию матери, чтобы, если угодно Богу это, чтобы я там договорился в Москве там, с людьми, которые могут как-то помочь в обследовании и в других делах. То есть вот так, это первое. Второе, а третье, что, ну вы же поняли, что я еду в командировку, уже некоторые говорят, что мы давно молимся о вас, но я говорил уже и повторяю еще раз сегодня, что уезжаю 12-го утром рано, в 6 часов утра вылетаю в Москву и до 11-го, то есть вылетаю оттуда из Москвы 10-го, прилетаю 11-го. Апреля, да. Чтобы Господь умудрил меня, чтобы дал мне памяти, чтобы остатками памяти я усвоил те навыки и знания, которые потом мог использовать для помощи страждущим людям. Спасибо вас, Христос. Важное сообщение, редкое. Казненные мусульманами копты, христиане, причислены к лику святых, канонизация произошла. Кем причислены? Той церкви, где они находятся, копты. Одного только они не установили имя, он недавно священник этот приехал, или парень там из сельской местности, не знали. И тут же сразу выставили другое. В Сирии почему-то чеченцы, как они там, видно, много чеченцев, разграбили католический монастырь и священников вывели, и показывают, как они их казнят. Вот они стоят, завязаны, потом их развязывает и начинает. Первым делом подходит, начинает ему уши обрезать у живого. Это награда тому, кто делал. Рядом дети мало играют, и все снимают. Дальше валит его и режет голову, как хлещет кровь. Не может кричать, дайте второй нож, это затупился об кости. Вторым ножом отрезает голову, показывает, все фотографируют, на ее туловище кладут, принимается за второго. То есть человек, который неверующий посмотрит, это скажет, скопище демонов. Нет такой религии в мире, так антихристианской, как мусульманство. Но мы давайте посмотрим глазами святых отцов. Они нигде не проклинают своих мучителей, а только молятся за них. Молятся. Ни одного жития, это 1173, 12 томов, нету, чтобы они просили
проклятий они такие-то, нет, нету, просто нету. Они просили, дайте нам хотя 5 минут жизни помолиться. И когда молились, как правило, дают помолиться. И молятся за мучителей. Господи, не вмени им этого греха, они не знают, что делают. Господи, суд Божий будет, они будут каяться, но без нашего прощения не будет прощения. Мы там обнимемся, все будет по-другому, они так научены. Это сегодня конкретно выставлено все. Теперь примени к себе. Как нам надо ценить то, что мы имеем? Какое благо видеть лица родных, близких, делиться нуждою, молиться, вопиять к Богу друг за друга. Они только видно, губы шевелятся, молятся. И вот его валит, и дальше хлещет кровь, как режет горло, отрезает. И голову всем показывает, и на туловище кладет одну, вторую. Это надо видеть. Я говорю для того, чтобы Златоуст, говорит, приготовились заранее. И тут же показывают карта России, разделенная на части. Самая большая часть север отходит Америки, какая часть Японии, какая Китаю, как называются эти государства будут. Россия уже поделенная. Уже карта под разными наименованиями. Русским дается место за Москвой, там севернее, там только вот этот район. А остальное дальше идет Турция. Это Татария, это отдельно выходит. Но будет ли так, один Бог знает. Сатана, конечно, подражает во всем. Христос 3,5 года. И сатана пытается больше сделать, но не получит. А раз в другом подражаешь, и в этом будет 3,5 года, его не будет. Нам надо научиться мыслить категориями Священного Писания. Что говорит об этом Бог? Все время вопрошайте. Что скажет Бог, то изреку и я. Вы не к человеку обращайтесь, а пошли к нему и скажи: Господи, через него мне скажи. Да пустяках-то не спрашивать. Бог даст тебе дождь, а следом прольет огонь. Поэтому написано: не искушайте Бога. Святые боялись этого, боялись. А угодно ли это Богу? Все. Ну, о болящих Татьяна Кузьминична сказала. У кого есть пожелания, вопросы, сообщения? Помолитесь за моей сестре, чтобы Господь послал полностью из победы грехов. Как зовут? Она не знает, у нее нет грехов. Нет, у меня нет грехов. Господь послал полностью исповедание грехов. Нет, Бог дал, чтобы ей покаяние. Ты молишься, ты уникаешься. Когда будет покаяние, а покаяние за грехи. А как это грехи? Помолись. Так еще есть какие вопросы? Ну вот этого молодого человека, его Александр звать. Ольга. Саша, так что, если вспомните, помолитесь. Он еще, желание есть прийти, будем беседовать еще. Да. Помните, что Настя Дробот путешествующая? Так она приехала. Она должна приехать. Она сегодня приехала. Она сегодня должна приехать. Еще не было. Нет еще, не приехала еще. Пускай путешествует. Да как она не приехала, она после этого приехала. В Москву. Я позвоню. Вон Сергей что-то поднял. Сергей. Сестра говорит, слушаем. Кого? О Владимире. Да, брат. Мы в прошлое воскресенье были на благовестии, и Господь так сделал, что трамвай остановился на Спартаке, и мы вышли на площади Спартака. Игорь говорит: вот сатана вроде препоны ставит. Я говорю: а Бог? Может быть, это не зря. И вышли, а народ-то, движение-то остановилось, а народ-то вот он весь. И мы быстро все раздали, что у нас не хватило Евангелия. И вчера мне Ольга по скайпу написала, что на неделе придет 300 килограмм новых Евангелий. Евангелий много, и я сегодня приехал на машине. То есть мы забиваем полностью багажник, и нам нужны помощники. Да. Вот и задайте себе вопрос. Вера без дел мертва, а живой ли я? Аминь. Помоги вам, Господи. Еще объявление, просьба, пожелание, благодарности. Достойно есть всякого истину, служите Тебя, Богородицу,
пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Поступило еще заявление. Да? Игорь Барабаш подает в суд, не принимают. Какой-то по фамилии Картошкин. У него взял 18 тонн гречки. Тонн. Ничего себе. 18 тысяч килограмм гречихи-то. Похитил. Они... И суд не принимает... Дело. Помолитесь о нем, чтобы Бог как-то смотрел. Ничего себе, помилуй. Потому что нет договора. Договора не было, Бадис. Обкрали. Хотел еще с родителями, у кого дети, пожалуйста, смотрите за детьми, чтобы они ничего вам не шептали во время службы. А? Договаривайтесь как-то на перепутье. Или выходите уже. Песнопение, трапеза, занятия. Нормально ли? Где? Ты что, уходишь, что ли? Столько говорили. А есть правильное отдельное слово, ну надо посмотреть. Допустим, пахнет или нет, она не самовая.